Здорово, ребят, с вами Алексей. Мы продолжаем прохождение Fable. У меня уже, по идее, мигает на портале. Там я и появился. Итак, что мне требуется? Так, у меня указано, по идее, здесь, в углу Швили. Тут нигде ничего, хотя стоп. Портал в ведьмином лесу. Вот там что-то есть. Давайте сходим. А насколько я знаю, вот такие... не очень яркие бронзовые монетки. Типа вот больной ребенок, лысый бородач. Скорее всего, это побочные. А побочные делать пока что не буду. Мы пойдем в портал. Переместимся. В конце концов, я сделаю ТП. Я не буду пешком ходить. Археолог прячется за волшебной дверью. Найди ее. Награда, конечно, скромная, но я думаю, она того стоит. Rumor has it that somewhere in Witchwood there is a sword that only a true hero can acquire. There is a temple in Witchwood that is supposed to give spiritual strength. Be warned. Нет, он вырастает постепенно. А там, видимо, был баг. Когда он был виден сразу. Типа мини-босса, да? Давай. ХП не отнимаются вообще никак. Сейчас он стукнет, да? Очевидно. Вы серьезно? Я должен вот с таким этим самым, чтобы бить его? Это ж полдня его бить надо. Блин, мышка. Неудобно с ней. Он, по идее, вообще ни о чем, но, блин, долго это очень. Ай-яй-яй-яй. Убил сразу. Заколебал уже. Давай, стукай. А, не хочешь, да? Окей. Так, как ты так сдеваешься, да, его? Так, 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 так. Замечательно. Дохни. Мразь. Ай, капец. Что-то, видимо, будет долго. Так, а могу я просто пройти? Спасибо, конечно. Я мог просто пройти. Интересно, если я убью его, то я получу что-нибудь хорошее, нет с него? Серьезно, я мог просто пройти? Без проблем. Не знаю, почему я не подумал сразу. Возможно, если бы я его убил, я получил бы с него что-нибудь хорошее, как я уже говорил. Но, думаю, не стоит. Так, опять ты. I only open to those who know my name. If you know it, find and hit the magic stones to spell it out. Ты серьезно? Only one person knows my name, but I doubt you'll find him, even at the Temple of Avo.
Храм Эйвы. Подсказка. Вы понимаете, это по идее задание сюжетное. Именно здесь. И мне нужно идти искать храм Эйва. Я думаю, что он где-нибудь поблизости. А чё там? Какие-то камушки. Так, и что мне с вами делать? А, нужно выбить на камнях его имя. Далее. Ну, типа X, далее. S. То есть я не меняю буквы, они как есть, так и есть. Я ничего сделать не могу. И, вот и все. Т. Титановый молоток. Окей. Ха. Чё за молоток? Да не, ты уйди, появись. Я забыл просто, кнопку забыл. Я забыл кнопку. Какая там кнопка-то, а? Точно. Так, снаряжение, да? Снаряжение. Палка, палка, палка. Железный топор? Нет, вот молоток. Урон 135. Текущая цена 3500. Ой, не зря я сходил, не зря я посмотрел. Это будет мощно. Ну-ка, возьми-ка его. Не-не-не. Ну ничего, размеры у него такие. Блин, капец, где ваш храм Эйва? А теперь мне искать. Капец, конечно. Сюжетная миссия требует побочных действий. Портал Великолесья, лагерь там... Я не знаю, в каком из мест находится то самое. Так, дом на продажу, трактир, лавки... Здание... Герои, люди, важные объекты. Люди, важные объекты. Блин. Где? Окей, начнем там. Перемещаемся. Короче, пока я не узнаю имя, я не могу использовать буквы. Я не могу построить их, выковать на камнях. У них все серьезно получается. Еще ни у одного из них я ничего это самое не сделал. Ваши храмы, вы это хрен знает. Встретиться с, археологом, да? Так, бывает пещер, то убьют больше хоббитов. Так, это все, по идее, побочное, да? Или нет? В общем, ребят, мне пришлось маленько подождать и перенести прохождение на другой день. Спасибо Дмитрию Зайцеву, подписчику, за то, что мне подсказал, что делать дальше. А имя у него Хитс, у демона. Демон, не демон, я точно не помню. Тот, кто знает имя двери. Короче, изначально я думал, что он не подсказал имя, да, Хитс. То есть тут русские буквы, нужно набрать Хитс, да. А я просматривал буквы, нажимая на Tab. Но мне на самом деле нужно пробить все эти буквы, то есть ударить по камням. А вот об этом я совсем не подумал. Я думал, что просто нужно нажимать вот так. Нажал, все. Потом нажимаешь там, и все. Блин, комар, уйди отсюда. Фу. Короче, еще раз спасибо и давайте пробьем. Замечательно. Четыре камня, имя из четырех букв, то есть Хитс. So you worked out my name. Big deal. In you go. Наконец-то, замечательно. Короче, сам бы я, скорее всего, не додумался потом сделать такое. Пещера в ведьмином лесу.
То есть, чтобы конкретно пробить надо было вручную. So, you found me. That's just grand. If you can find me, so can they. I should never have started studying the focus sites. But how was I to know Jack was interested in them too? Yes, Jack of Blades. Look, I have no time to explain. You can read my journal if you want. I don't want it anymore. Now, if you'll excuse me, I'll be off. It's not safe for me here anymore. Похож на еврея. А ты кто вообще такой? Я тебя знаю? Чё-то не помнится. Прикиньте, все сделал. Нужно было просто войти в дверь. Я получил маленько монет, маленько опыта. Все. Замечательно. Так, твой журнал-то, говорил, почитать можно. Где твой журнал? Здесь. Так, эликсир воскрешения. Окей. Кстати, как вы заметили, я купил себе... А, да, я купил себе молоток. Я почему-то не помню, при вас я покупал или не при вас. А, чекни новый квест. Потом... Так, чуть не забыл. Короче, а мои шмотки, которые я покупал, ведь я все еще их не одел, ведь так? Так, разбойничья бандана, плюс 31. Да. Так, перчатки. Я покупал? Не покупал, хрен бы с ними. Так, последние доспехи. Вот. А вот теперь я буду защищенным. Более-менее. Штанишки, башмачки. Так, вот они. Темные, кольчужные. И по идее как бы все, да? Это уже по идее полный наряд. А я одевался постепенно. У меня, конечно, нет новых перчаток. Я шляпу себе не покупал. А, нет, купил, да, темный кольчужный шлем. Кольчущий. Как-то вот так. Я думаю, я буду более защищенный, чем раньше. Тем более, что у меня молоток. Я стал маленько посильнее. А кольчущие поножи, да? У меня как раз таки все остальное кольчущее. То есть, получается, я ведь не покупал себе, да, сапоги? Вы серьезно? А, темные кольчущие сапоги. А я купил себе поножи, по идее, да? А где они? Ведь поножи... типа вот это? Во! Вот, теперь я приоделся. Ни хреново так. Так, и еще один сундук. Да мне хрен с бочкой. А, прикиньте, в бочке методика порки. Да мне насрать вообще. А, это книги в этом месте. Йо, упери отсюда. Прицел свой. 15. Заблокировано, требуется 15 ключей. Вашу ж мать. Придется потрудиться. Поискать постепенно. Я подобный сундук уже видел, по идее. Тоже не получилось его открыть. По той же причине. Ну, получается, мы возвращаемся. Мне потребовали посмотреть новый квест. Камни ведьминого леса. Мне в гильдию. Будьте добры. Комар, твою мать. Улетел. Но он еще вернется. Загружаемся. Так, и прежде я проверю, как там с опытом. Что можно прикупить. Так, у меня 9000, да? А, нет, у меня 7000. А телосложение, все это покупается за большие деньги. Телосложение больше пока что нельзя. Вы понимаете, почему. Так, я при вас прокачаюсь. Скорость, это я помаленьку всего прокачал. А вот из магии мне советовали что? Щит, по-моему... Что еще? Точно не всп... А, замедление времени, по-моему, да? Точно. Полезная вещь. Я даже улучшу его, наверное, да? Хотя, нет, стоит оно, по идее, как бы... 6500 у меня, 6100. Похищение жизни. Требует немало, скажу я вам. Окей, я потом подкоплю на все остальное. Ну, на телосложение и
на все самое важное. Теперь вы можете больше, больше двух заклинаний, знаете, вернее. Shift, чтобы посмотреть передвижение колесика мыши, и нажимайте O, чтобы прокручивать список. O или 0, посмотрим. Типа обмен, да? Я меняю местами. Как там было написано? О? А, ну колесиком или О, точно. Так. Ох ты. Прикольно. Ладно, мне это пока что не нужно. А подождите, подождите. Поговорим давай. Скажи мне, в чем дело? На сучковую просеку. Окей, посмотрим. Казалось, комарик. Сучковая просека. Стоп. Тут, по идее, есть обозначение, когда здание сюжетное. Ну или типа того. Белый оборотень, что ли? Точно? Прикиньте, сюжетные. Хотя там на карте, по идее, значка нету, но дорогостоящие. А обещание, думаю, не стоит, потому что я могу его не выполнить. Ну, по идее, пока все. Одного хватит. Так, как там говорилось, какое там задание было? Сучковая пещера? Так, связанная с оборотнем, да? А, пещера, связанная с оборотнем. Ну, типа, здесь? Типа, да. Чуть ближе. На островок. А там уже придется маленько пешком пройтись. Если не ошибся, придется. Так, я снова в этом месте, ведьмин лес. Мы идем до конца. Так, вы, конечно, не свои. Ты сдохнешь, нет? Ладно. Бам! Нифига ты живучий. Окей, давай. Поговорим. Мудак, да, сделай прицел на него. Вот так. Так. Бамс. О, наконец-то. Добей его. Ой, ребята, вообще вот не могу никак. Не получается у меня нормально рубать. Я херею. Один разбойник. Кое-как. Нет слов просто. Банц. Лежачих, конечно, мы не бьем, да? Бамс. Опыт... А, стоп. Добить надо. А, он не добил. Бам, бам, бам. Все, отключись. Отключись. Включается, окей. Манна постепенно восстановится. Грёбаный комарик, уйди отсюда. Он погиб в мучениях. А мы идем дальше. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Дос видос. Быстрее беги. Да не в ту сторону. Короче. Дос видос. Ну в этом месте, по идее, все уже. Страшиться нечего. В этом месте были камни. Камни я починил. Как починил? Давай. Оборотень нужно напал. Так он, скорее всего, сожрал ее уже. Вон там, где камни. Где я набивал их. Беги давай уже. Показывай. Разбойники! Да чтоб вас! Засада, мать его! Полезная вещь, однако. Я помаленьку всех нахерачивал.
подвис, отвис. И пришли помощники. Стража пришла. Ты главный, что ли? Ответственный за все. Давай. Да подыхай же ты. Бам. Все, ребята, закончилось. Магия полезная вещь. А, не закончилось, да? Ты живой еще. Так ты кто вообще такой? Я шел за оборотнями вообще-то. А, это подстава. Понял. Это была подстава. Вот засранец ты, а. Мудак. Он убежал, да? Надо будет его прибить потом. Если я его увижу. Ты кто вообще? А, это стражник обычный. Окей. Я не сразу додумался до этого. Поговорим, давай. Да? Я тебе не поверил. Хорошо, иди, пока я не передумал. Или... А, кольчущие перчатки. Вот, перчаток у меня как раз таки нету кольчущих. У меня почти все кольчущее есть, кроме перчаток, разумеется. И еще маленько брони. Отлично. Вот теперь я полностью кольчущий. И сапожки, и штанишки, и все остальное. Храм Эйва. Угу. И там ведь получается тот самый демон. Да? То есть я мог пойти и узнать его имя, но я не стал узнавать его имя и просто узнал. Просто я дороги даже не знал до этого храма. Так, поговорим, может, нет? Угу. Помощник, типа, да? Вот у меня как раз таки помощника нет, давай пойдешь со мной. Что-то мне это все напоминает. Похоже, в Скайриме взяли эту идею из Фейбла, да? Так, Алексей, воскрешение очередной. Это храм? Тот самый? Там еще был путь, по идее, дальше. А пожертвование храма его да будет щедрым твое подношение. Так. Ну... По две сразу, да? 21 монету. А, понял, в чем суть. Так я и знал. Чем больше монет я пожертвую, тем больше опыта я получу, чем-нибудь еще, да? Ну там, по идее, была как бы такая, знаете... Типа я стал там... Не знаю, даже кем я стал. Короче... Неважно. Получил какое-то поощрение за это. Ну и все. Ведьмино озеро. Все везде ведьмино в этом месте. Написано же... Вичвуд, Вичвуд. И все остальное так. Вичвуд. С чем-то связано. Я не понял. Он у меня деньги стрелял или как? Он стрелял у меня деньги. Так оно, нет? Я что-то маленько не понял. 20 моих монет. Или может больше, может меньше. Ну, примерно столько исчезло, когда я с ним встретился. Что-то подозрительно как-то. Модификатор пламени. А оружие наделяет особыми свойствами то оружие, которым он прикреплен. Выберите подходящее оружие в разделе снаряжения, выберите доступный модификатор, да? Ага, ага.
Но поскольку у меня всего один, я использую один. На мой топорик, или... Ой, топорик, молоток. Снаряжение, снаряжение. Я не про это, я хочу оружие, как бы изменить. Так, мои данные, да? Я ведь могу их изменить, да? Они ведь не меняются. Нет, не меняются. Так, мои навыки не улучшаются, тут просто показано все, да? Где оно? Снаряжение. А, вот же. Вот, обсидиановый молот, да? А, модифицировать. Ламя, да. Существом, получившим урон от огня. Получившим урон от огня. То есть... Ну ведь у меня нет урона от огня. Или как? Я даже не знаю. Пока что он мне не очень полезен, я его не буду применять. И мы идем дальше. Пешочком. Все еще. Бежим. Флажки всякие. Типа обозначения. Какого-нибудь племени там, не знаю. Сучковая просека, все, мы... Итак, кто мне подскажет, почему у меня уменьшаются деньги? Я подозреваю, что деньги уменьшаются из-за того, что я... напарника с собой таскаю. Убей оборотней у ворот сучковой просеки. 6200. Если это он мои деньги, как бы, это самое, типа я плачу ему за то, что он со мной ходит... Он как бы сам согласился, я по идее его не заставлял, и он не говорил, что это оплачивается. Но деньги у меня потихоньку пропадают. Какого хрена? Вот после этого здания я уберу его. Скажу ему, уходи отсюда. Если он уйдет, деньги, сами понимаете, будут на месте, то... Окей. Ах ты мудак. Ждем его. Давай, давай, давай. Добили. Так, портал есть. Замечательно. Вы чего там? Понял, оборотни же еще. Мне требовалось убить оборотней. Скончался. Так, все. Теперь в этом месте у меня будет ТП. Ждем, дружка. Ты выворачиваешь, он тебя все равно бьет. Да сколько ж можно уже, а? Не успеваю вообще сделать ничего. Наконец-то. И это не последний, по-любому. А чё я нажимаю, оно... А чё за магия такая? Чё я делаю с ним? Иди сюда. Ушел сразу. Вот и меняй магию, да? Окей. Вот то самое. Ой, мудак. Сразу убежал. Замедление времени не пашет теперь. Мудила. Но заметьте, бьет меня послабее уже, чем раньше. Жизнь отнимается понемножку. Скончался? Так, дальше. Замедление времени не пашет, почему? В данном случае. Так. Falling.
Сдох? Он живой еще. Блин, да ты цель мне сделай. Скончался. А люди? Сквозь него дверь, да? И он исчез. Так и должно быть? Или это баг такой? In all my years as chief, I've never seen anything like it. We might have had a chance. These damn things follow a white balvarine. Опа! It comes into our village and kills whoever it wants. I can hear something. И это не конец. It must be attacking the warehouses at the bottom of that hill. Это что за фигня? Это оборотень? Типа босса или какой-то он особенный оборотень? Почему цель-то спадывает, да, постоянно? После удара. Мудила. Подохни. Вот цель, видите, а? Я его бил, убил, и цель спала почему-то. А, и он убегает. А, типа он запасы берет, и мы мешаем ему пройти. Или как? Skin is too tough, even for you. We had a great hunter in Knothole Glade once. He died fighting the last white Balvarine. His wife still lives in one of the houses up at the top of the hill. If anyone knows how to hurt that bloody thing, it'll be her. Ага. Замечательно. Но получается, как бы все или еще не все. В одном из домов живет его жена, этого охотника. А в какой-то мути я не знаю все еще. Как бы там ни было, я пока закончу серию. А продолжим мы ее искать в следующей. Еще раз спасибо Дмитрию Зайцеву за подсказку. За то, что я прошу из-за этого. Больше почему-то никто не подсказывает. Ну, по крайней мере, редко подсказывают. Ну и тем людям тоже спасибо. По имен, конечно, я сейчас их не, то самое, не назову. В общем... Спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. С вами был Алексей. Всего хорошего. До встречи.